Современные модницы знают, что на самом пике популярности сегодня объемные ободки для волос. Это прекрасное украшение, позволяющее продемонстрировать красоту прически и подчеркнуть особенности наряда. Поддавшись модным тенденциям, пролистав массу дамских журналов, увидев ободки на красавицах в интернете, наша героиня Альбина Григорьева, сотрудница цеха номер 13, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, решила, что такой аксессуар прекрасно дополнит и ее праздничный образ. Очень люблю зеленый цвет, решила попробовать. Купила первые бусины, ободки, выбрала именно эту цветовую гамму. Мне кажется, она мне к глазам подходит. Сперва вообще шила для себя. Кропотливая работа, результат которой виден через несколько часов, пробудил в девушке творческий азарт. И следующей клиенткой рукодельницы стала дочь Илона. А дальше размещенные в интернете селфи вызвали интерес у публики по ту сторону монитора. Подруги и знакомые ставили лайки, писали хвалебные комментарии и, разумеется, просили сделать такой же, только с синенькими, золотыми или желтыми бусинами. Под их образ на особый случай. При соблюдении главного условия, чтобы их ободок был эксклюзивным. Почти все такие ободки, которые идут на заказ, почти все. Новый и такой необычный для меня вот этот темный ободочек. Он с кружевом, но не знаю, на видео будет или не будет видно его с кружевом. Таких ободков я еще тоже не встречала. Идеи по сочетанию цветов и материалов наша героиня черпает из интернета. Перелопатив гигабайты информации, предлагает своим подругам торжественные и повседневные варианты. И начинается творческий процесс. Берется простой ободок, берется атласная лента, и данный ободок обтягивается лентой. Обмотка занимает длительное время. Я вам покажу уже готовую основу для ободочка. То есть вот мы его обмотали. Подобрав размер и цвет бусин при помощи иголки и капроновой нити, заготовка начинает наполняться узором и смыслом. Если ободок идет просто обшит бусинами, то мы сделаем его с этого края и идем до этого края. Если у ободка есть какая-то середина, как наподобие вот этого вот данного камня, тогда мы сперва пришиваем камень и, соответственно, с этой стороны мы уже выкладываем, пришиваем бусины. Около 15 авторских ободков уже украшают подруг, коллег и родственниц Альбины. Такой аксессуар актуален не только в праздничный день, он позволит красиво выглядеть и сверкать в будни. Аккуратно уложенные волосы, украшенные изысканным и утонченным ободком ручной работы, произведут фурор. Люди просят обшивать, девочки обшивать, уги просят, повязки вязаные просят обшивать. Ну и в планах и... Дальше у меня есть идея, гребешки хотелось бы делать. На странице Альбины Григорьевой в социальной сети можно увидеть фотографии ее работ и снимки клиентов. Судя по их настроению, работа Альбины сделала их чуточку счастливее. Это и есть самый главный результат ее творчества.